Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео мы с вами разберем алгоритм сервиса «Дари, получай». Самое важное, что вам нужно сделать, это донести до вашей первой линии важность просмотра данного видео, а также видео с презентацией сервиса «Дари, получай». Для чего? Чтобы у всех в голове было одинаковое видение и понимание, как это работает и как это устроено. Алгоритм или эффективные правила для качественного движения каждого участника. «Дари, получай» — это сообщество, где люди обмениваются подарками. Мы здесь не зарабатываем, не инвестируем, не продаем и не покупаем, не вкладываем, не торгуем. Мы дарим и получаем. По QR-коду можно перейти на наш телеграм-канал, где в режиме реального времени можно увидеть, как люди дарят и получают подарки. Главные задачи сообщества – создать качественный сервис. Вся команда – это профессионалы своего дела, от основателей до программистов и техподдержки. Сделать людей счастливыми, чтобы каждый получал все больше и больше подарков, реализовывая свои цели, мечты и задачи. Работа в долгосрок. Наше сообщество пришло на долгие года. Наша цель – сделать так, чтобы сообщество развивалось и процветало, помогая людям, поддерживая их, вдохновляя на новые цели – и мечты. Правила рассадки. Перед тем, как зайти на доску, свяжитесь с человеком, пригласившим вас. Правила разделения досок. Со старта вам доступны все доски с последовательной активацией. Заходим на доску только тогда, когда готовы дарить подарок и приглашать друзей. На доске не просто боты, это люди, активные партнеры. Каждый раз, когда вы присоединяетесь на доску, всем участникам данной доски приходит оповещение, и они вас видят. На доске без отправки подарка можно пробыть всего 24 часа. Отнеситесь к этому очень серьезно. Квалификация. Это как минимум один личный приглашенный друг на доске с таким же номиналом подарка. Чем больше личников, тем быстрее идет движение и есть возможность перепрыгивать неактивных участников. Правило плюс один друг. Вы можете активировать все доски со старта без приглашения личников. Чтобы встать на место получателя, надо выполнить квалификацию, то есть пригласить минимум одного друга. Если ваш приглашенный не попал на доску к вам, все равно он считается вашим личником. Правило плюс один личник действует на всех досках, кроме бриллиантовой и титановой. Деление доски. Как только получатель подтвердил все 8 подарков, доска делится на 2. И теперь два создателя, которые были слева и справа от получателя, встают на место получателя. Строители и дарители двигаются на один шаг к центру. Конечно, только в случае выполнения квалификации это как минимум один приглашенный. Строители встают слева и справа от создателя, а дарители встают на место строителей слева и справа. Если создатель не выполнил квалификацию и не пригласил одного друга, то при делении доски на место получателя встанет один из строителей, выполнивший квалификацию. Создатель останется на своем месте, пока не выполнит условия. То же самое произойдет, если создатель и строители не выполнили условия. В этом случае на место получателя попадет один из дарителей. В приоритете всегда участники, которые выполняют квалификацию и приглашают больше друзей. Мы считаем эти правила более чем справедливыми. Поэтому будьте быстрыми и успешными, обучайте свою первую линию и по-честному перепрыгивайте неактивных участников. Еще одно правило – будьте этичными. Отслеживайте только свои результаты и движение своей команды. Не надо писать не вашим людям и спрашивать, когда они начнут движение. У всех свои обстоятельства, скорость и приоритеты. Стройте свою первую линию. Старайтесь занять на доске как можно больше свободных мест своими людьми. Обеспечьте себя и команду успехом и скорейшим получением подарков. Для этого необходимо качественно работать со своей первой линией. Создайте чат со своей первой линией. Делитесь в чате информацией, скидывайте презентации и слайды. Старайтесь максимально плотно взаимодействовать. Отвечайте на вопросы, проясняйте нюансы, становитесь экспертами вместе. Опережение неактивных участников. Не ждите активности от других. Действуйте. Чем больше у вас личных приглашенных, тем больше шансов у вас опередить неквалифицированных участников и занять заветное место получателя. Не будьте стадом. Выделяйтесь из общей массы. Будьте лидером и не ведитесь на ложные обещания, типа очереди, покупки фейков и так далее. Поставьте себе цель попасть в сообщество суперлюди. Что это? Это чат с участниками, пригласившими 12 и более активных людей. Что это дает? Ты сможешь участвовать в принятии решения по стратегии развития сообщества. Получишь приоритетную поддержку в решении технических вопросов, сможешь участвовать в лидерском обучении и, конечно, сможешь познакомиться с такими же активными участниками нашего сообщества. Правило доступа. Чем раньше подарил, тем быстрее получил доступ к активации следующей доски. Подарил подарок на стартовой доске, получил доступ на бронзовую доску. Подарил подарок на бронзовой доске, получил доступ на серебряную доску и так далее. Вам доступны все доски
без необходимости приглашения личных партнеров. Все доски можно активировать последовательно. Получайте подарки на 7 досках. Вы можете открыть любое количество досок, а приглашать друзей и выполнить квалификацию можно после активации доски. Мы дали практичные названия доскам. Стартовая – деньги на каждый день. Дарите 1000 и получаете 8000. Бронзовая – быстрая зарплата. Дарите 3000 и получаете 24. Вообще, эта сумма – это средняя зарплата по России, а здесь вы можете получить эти деньги за несколько дней. Серебряная – долгожданная техника. Дарите 10000 и получаете 80000 рублей. На эту сумму можно обновить бытовую технику. Золотая доска – время путешествовать. Дарите 30000, получаете 240. На эти деньги можно отдохнуть всей семьей. Платиновая – новый автомобиль. Дарите 100000 и получаете 800000 рублей. Можно добавить на новый автомобиль или купить мотоцикл. Бриллиантовая – новая недвижимость. Дарите 300000 и получаете 2400000 рублей. Это одна или двухкомнатная квартира в небольшом городе. Дача, земельный участок или первоначальный взнос на просторную квартиру. Ну и самая крутая доска – титановая. На ней вы дарите 1 миллион рублей, а получаете 8 раз больше, то есть 8 миллионов рублей. Мы назвали ее «Все, что сам захочешь». Еще раз проговорим некоторые условия. Нет личника на доске с тем же номиналом, не попадаешь на место получателя. На всех досках все следуют за наставниками, и команды перемешиваются. Не активировал максимально доступную доску, зайти на меньшие доски не получится. Максимально считается та доска, которая следует после доски, на которой получено 8 подарков. Можно открыть все доски, активируя их последовательно. Также у вас есть возможность стать совладельцем «Дари, получай». Для этого нужно активировать 7 досок. Этот статус дает вам ряд привилегий. Бот будет ставить к вам людей в команду. Вы займете лучшие места на всех досках раньше многих десятков тысяч других участников. Все активные участники в любом случае зайдут на все доски со временем при помощи алгоритма повышения. Вы будете добавлены в чат «Суперлюди». Я постарался максимально подробно и развернуто разобрать алгоритм успешных действий для каждого участника «Дари, получай». Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их своему наставнику. А также вы можете их написать в комментариях, и мы с радостью ответим на них. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч. Пока!